нас настоящий праздник, который открывает череду больших государственных праздников, праздничных дней. Это праздник 225 лет со дня рождения Сергея Тимофеевича Аксакова. Великий русский писатель Сергей Тимофеевич Аксаков вырос в Оренбургской области в селе Аксаково. Именно здесь им была услышана всем любимая и знакомая сказка «Аленький цветочек». Эта сказка уникальна, и мы уже за это благодарим Сергея Тимофеевича Аксакова за то, что столько света, столько любви, столько... Это практически как методическая рекомендация, как надо любить родину. Как надо любить природу, как надо любить своих родителей, как надо любить друг друга, потому что любовь творит чудо. Выставка, посвященная сказке Аксакова, состоит из двух разделов – детские рисунки школьников из села Петровского и картины наивных художников, изображающие эпизоды из «Аленького цветочка». У этих людей нет художественного образования. Они инженеры, учителя, там, методисты, детский врач. Кого только нет. Но они все настоящие художники. Я хотела нарисовать всю сказку, какая она есть. Я в прошлом году рисовала сказку, в этом году я рисовала уже семью Аксакова, то есть его мать, сад, отношения матери к сыну, то, что у нас отражено в книжке «Багровый внук». В течение года я готовилась, сначала был эскиз, потом вот уже, последнюю до конца работы я в течение где-то недель-двух в спешном порядке, так скажем, рисовала. Я рисовала в 5 классе, перед тем, как это рисовать, нас классный руководитель попросил эту книжку прочитать, и после этого вот приступить к работе. Вот. И я когда прочитала, мне показалось, воображение вот создан такой вот образ. Хоть и внешне он такой вот страшный, да, вот душой он все-таки человек, очень добрый. Меня вдохновила их любовь, вот то, что вот девушка полюбила чудовище, ведь она полюбила душу. Творчество художников, которые представлены на выставке, да, которые являются самородками, которые, кроме того, что они занимаются творчеством, имеют еще какую-то другую профессию, оно всегда бескорыстно. Соответственно, если человек не работает на заказ, он работает искренне. В данное время сейчас, да, очень многие люди помешаны на материальных ценностях. Как раз сказка учит нас о чем-то духовном. Выставка продлится по 20 ноября в Оренбургском музее ИЗО по адресу переулок Каширина, 29.